Вот здесь на самом деле очень скромный человек, который на самом деле в Абхазии очень долгое время прослужил командиром лучшего спецназа абхазского. Здесь он мне рассказывает, что он просто рядовой. Конечно. Просто рядовой? Просто рядовой, пехота, воюем как можем. Вот реально очень крутой пример, как народ Абхазии, народ России вместе с другими добровольцами защищают рубежи нашей родины общей большой. Ну, брат, расскажи про бой. Вчера, говорят, было жестко. Ну, чуть жарко было. Ну, отбились. Сперва, конечно, Своего не отдали. Более того, есть настроение еще дальше. Будем идти дальше. Ты же полковник? Как-то по... Полковник абхазских спецслужб. Ветераны нашей отечественной. Да, да, да. Человек воевал лет 16, если мне не изменяет память. 17? Да. Настоящий герой. И понимает, что его место здесь. Я реально восхищен, когда я таких людей встречаю на передовой. Здесь, потому что я помню 92-93 года, когда эти нацики у нас... Грузинские нацики. Кстати, здесь был грузинский легион, тоже воюет на Волновахе. Вот именно, да, на Волновахе. Был, да. Но они, кстати, сюда отступили сейчас. Под Авдеевку, под Угледар. А, ну все, встретимся здесь, значит. К чему говорю, в 92-93 годах вот, у Наунсо, да, представители у нас воевали против нас. Да, партии, да. Это очень хорошо помнится. Ну, потому и по многим другим еще причинам находимся здесь и очищаем от нациков наши земли, как говорится. В общем, привет Абхазии. Прямо с Авдеевской пробки. Аяра, победа за нами будет. Все верно.